выходят канадцы. Шестое место они заняли в турнире танцевальных дуэтов. Пайпер Джиль и Пол Пурье. Такой оригинальный, такой, знаете, веселый по настроению танец. Но мне казалось, что в каких-то местах они немножко его неуверенно катали. Там было пару моментов, когда они немножко искали друг друга, может, не совсем отрепетированный танец, но танец очень интересный, веселый танец, интересной поддержки.